Ройте рвы. Люди всего мира, где бы вы ни были, я знаю, что вам сейчас нелегко. Я старик, живу давно и живу я с оптимизмом. Обращаюсь к отчаявшимся молодым людям. Поверьте мне, я читал уже не помню где, то ли в Ветхом Завете, то ли у Карлоса Кастанеды, про одного шамана. Была засуха, умирал скот, умирали люди. И шаман сказал: делайте рвы. Ройте рвы для дождя. Но ведь дождя нет. Ройте рвы, и дождь придет. Неверующие скажут, что это чушь. Хорошо, верьте во что хотите. Это рациональное мышление. Но я не думаю, что рациональное мышление в настоящее время работает. Нужно иррациональное мышление, подсознание. Когда я был маленьким, я мечтал стать тем, кто я сейчас. Может, у меня было видение, я не знаю. Я не сильно надеялся, но то, о чем я мечтал, произошло со мной. И теперь я верю, что мы можем сгущать время, притягивать его к себе. Эти мечты о будущем, о, я сделаю что-то в следующем году, этого не существует. Завтрашнего дня не существует. Следующего часа не существует. Это лишь возможность. Но мы можем перетянуть время в настоящее. Сейчас, прямо в солнечное сплетение, в нашу душу. Ройте рвы. Что бы вы ни задумали сделать, верьте в это. Верьте в это. Верьте в это. Если вы не верите, играйте в веру. Действуйте так, как будто вы верите. Это и есть сила. Это абсолютная сила. И тогда это произойдет. Верьте мне, старому дураку. Сработало в моей жизни, сработает и в вашей. Никогда не сдавайтесь. Верьте, верьте, верьте. Агностик вы или атеист, кто угодно, это не имеет значения. Верьте, верьте, верьте. Как верю я. Энтони Хопкинс.